любви. До связи.
один коп, которому надо помочь в расследовании. Парень известен тем, что пользуется лазейками в законе, поэтому с наемниками работать не стесняется. Все подробности в письме. Thank you.
Это Ви. Записи у меня. А, Ви! Я думал, опять эти дармоеды пришли поговорить о Библии. Заходи. Вы как? Были какие-то проблемы? Были, как всегда. Уже решены. А ты молодец, а? Тут выживают те, кто умеет решать проблемы. Ну ладно, давай записи скорей. Время – деньги. Вот, забирай. Отлично. Шепну словечко кому следует, что ты человек надежный. Слово Аарона Маккарлсона дорогого стоит. Не сомневаюсь. Пока. Тоже. Когда есть друзья среди копов, это всегда хорошо. Заказ закрыт, деньги я перевела. Подписывался.
защитников погибли около 60 человек. Неужели мы нашли рай на Земле? Постоянная колония в Антарктиде от... Есть что-нибудь интересное?
Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих, затащим внутрь? Я же говорил. По смерти смотрят на репутацию, на статус. Твой значок для них ничего не значит. Ну, как оно? Ходи. У тебя с головой проблемы? Привет, Ви. Ты Клэр, да? Ты хочешь обсудить предложение? Ну да. Расскажи, что там как. Ой, давай только не здесь. Тут дурдом. Я пойду в гараж после смены. Заглянешь ко мне? Ладно, там поговорим. Ну, удачи. Эй, красавчик, мимо плеч. Нет, все мои проблемы, эти заговоры. Все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за тебя. Не надо орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Знаешь что, бестия? Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Мне нужен фиксер. Есть срочное дело. Пусти его. Ты не из наш? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица. А чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха! Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди... Декстер Дешо, Джеки Уэллс, Ти Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Тау, как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологи? Серьезно? Окей, как скажешь. Джонни Сильверхенд. Погиб в Арасака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Я к Бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится.
Спасибо, Нильс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та еще бесчувственная сволочь, но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошел ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить – другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев к Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно АВИ, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка? Сценти. Это Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости – их место высадки. Видишь, все это – воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нем слышал кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые, и с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Все равно ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом, но она настоящий кочевник и знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Не трать мое время! Как-то это странно. Кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Ну понятно. Если ее выгнали, значит, ей нельзя доверять. За такую помощницу я платить не готов. Она сама ушла. Ну, что-то там из-за будущего семьи, идеалов кочевников, туда-сюда. Я и до половины не дослушал. Я думал, ты любишь знать, с кем имеешь дело. Я знаю достаточно. Когда говорят про идеалы, чаще всего речь идет о чем-то другом. О власти, как правило. К счастью, это не мое дело и не твое. Панам сможет тебе помочь. Это все, что тебе надо знать. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары, машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать.
Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала по нам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки. Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Ха, то есть я для нее единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестий. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Ви. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Работа нужна? Это какая? Рельса есть. Перевозка груза. Доставить кое-что из точки А в точку Б. Тихо и быстро. Сделаешь? Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки. Забираешь груз. Звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Да. Только с оплатой непонятно. Не переживай, гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлины. И без подробностей, да? Именно. Ты не боись, деньгам не обижу. А дельце-то ерундово. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что в нем. И звони мне. Я скажу, что дальше. Ну, до связи, видимо. Вопрос, что тебе нужно. В смысле? Ну ты же ищешь свою тачку и товар. Если да, давай поговорим. Да, бести что-то рассказывать себе дороже. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Come on.
Эй, привет, панам. Ты Ви? Где моя тачка? Ви? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Узнаешь, если согласишься мне помочь. Ха, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина. Эй, тише. Успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт Кантао. Будет непросто. Мне надо знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха, да не то чтобы. На борту будет один тип. Он-то мне и нужен. Да блять. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Ну, не знаю, я... Чёрт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то... Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в руки Риджи. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь, мне сначала надо подумать. Черт. Да, нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Кто такой этот босс? Надеюсь, с ним не будет проблем. Босс, честный мужик. С 6-й улицы. Берешь заказы у банд. А что, нельзя? Бандам нужны курьеры, а мне нужны деньги. Как всем. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Думаешь, они нам помогут? В Рокки Риджа?